В Башкортостане спасатели эвакуировали 26 человек. За минувшие сутки поступило 38 новых сообщений о подтоплениях. Всего в республике с начала паводкоопасного периода принято 840 обращений, отметили в центре обработки вызовов системы 112. Сейчас на контроле остается 46 случаев подтоплений в 20 муниципалитетах. Большая вода пришла в Бакалинский, Иглинский, Уфимский, Хайбулинский и другие районы республики. Подтопило дороги, низководные мосты, 138 придомовых территорий, более 1200 садовых участков. Из садовых Товарищ, Тихое, Остров, Родник, Озерная 2 эвакуировали 19 человек, в том числе 10 детей. Произошло это в Уфимском районе. Все они размещены у родственников. Также в деревне Байназарово Бурзянского района была эвакуирована целая семья, мать и 6 детей. Они также размещены у родственников. И на 8 апреля в Мечетлинском районе у нас прогнозируется подтопление автомобильных дорог. Мы прогнозировали ситуацию с помощью беспилотных летательных аппаратов, осмотрели территорию. На Белой возле монумента Дружбы в Уфе уровень воды за сутки поднялся на более чем 1 метр, составил почти 4 метра. Выход на пойму 6-метровой высоте. На реке Уфа в районе Шакши на 80 сантиметров уровень воды достиг 289 сантиметров. Выход реки на пойму может быть достигнут при 830 сантиметрах.